Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой продолжаем играть в лучший российский шутер, в лучшую российскую игру под названием Atomic Heart, да. Мы с тобой идем в лабораторию, из лаборатории пойдем потом куда-нибудь в другое место. Так, пошли. Нам надо куда-то выше. А, да. Мы убили этого чухана в той серии. Как ты помнишь. Мы идем с тобой дальше. Култыш, култыш, култыш. Так, если я пробегу туда. Давайте попробуем, давайте рискнем. Женщина. Кругом голая женщина. Блядь, здесь разгадки-загадки. Меня сейчас трахнут, да, пока я тут это буду. Конечно. Иди сюда, падла. Что за вонь в тебе? Страшный ты пиздец. Не дадут, блядь, загадки поразгадывать. Открывайся. Подрезали прям на лету. Вроде подуспокоились. Я просто даже ничего не делал, ребят, сразу же отгадал. Ну как бы это. Ну ты видел. Можно музычку убрать. Есть. Да, что-то женщин как-то много уже появилось. Женщины все одинаковые, блядь. Все бабы одинаковые, ребят, все до единой. Даже не туда, на ту сторону, блядь. Что, блядь, за однотипные нахуй эти? Все бабы одинаковые вообще. Я разблокировать не буду идти. Или что нужно? Блядь. Чтобы попасть туда, блядь, мне нужно пройти почему-то здесь, блядь, чтобы попасть туда. Что, блядь, за бред, нахуй? Что, блядь, за бред? Почему здесь вот обойти нельзя? И заметьте, вот эта комната все время одна и та же. То есть мне по-любому сюда, да? Ты чё, хуёв, блядь, через текстуры, блядь, через стену, ты чё, блядь? Разработчики, ну, блядь, это... Подожди, а чё, мне реально сюда? Ну, я бы не хотел. Да опять, блядь, куча монстров этих, блядь, опять куча, блядь, я не знаю, зачем разработчики их столько напихали. Да иди ты нахуй, блядь, а как мне дверь-то открыть-то, блядь? Нормально, это российская игра, ребят. Это российская игра, нормально. Это нормально. Вот так. Это российская игра. Не знаю, куда он летит. Он что-то отремонтировать хочет. Зачем эти чинилки нужны, которые летают по 10 штук? Типа ремонтируют там что-то. Ты
Я не знаю, ребят. Давайте попробуем эту локацию сейчас пробежать. Если получится. Я, правда, не знаю, куда тут бежать. Я, правда, не знаю, куда здесь бежать, но давайте пробежимся. Сохранение данных. Здесь с кем-то можно пообщаться. Верхний. Так подождите, а мне же туда надо. Найти путь лаборатории. Я где, блядь? Как мне перейти туда? Я не понимаю. Так я здесь был. Так, подожди, блядь. Я здесь был. Система мне показала, что надо вот сюда. И потом говорит, вон туда. Я говорю такой, хорошо. Я говорю, хорошо. Идем сюда. Я ни хера не понимаю. Но очень все интересно, ребят. Так, я поднялся сюда. Это, блядь, сдохни нахуй. Я открыл здесь дверь. Зачем? Мне система сказала вот сюда. Сука. Уроды. Обычно просто такие двери откуда-то открываются. То есть они не сами, ребят, открываются. То есть они обычно, ну, не так подходишь, открываешь, а, ну, точнее говоря, они сами должны открыться. О, блядь, там этот дядя Лёша, блядь. Пизду его. Горки, блядь, горки. Пошли нахуй. Так, а вот здесь уже все, да? Подожди, а мне что, через горки надо? Ебать их тут нахуй. А чё ж шеп не больше разработчики насывали их? Так же пиздато. О, господи. О, господи, тут чё защита. Разработчики еще больше надо было. Это ж так весело, это ж так классно, это здорово. Я под столом. Разработчики, это так весело же. Это так же весело. Как же меня бесит, когда его, блядь, опрокидывают от любых моментов. Да пошел прям. Да, блядь, да убей ты, блядь, сука. Ну убей ты его нахуй. И его нахуй убей, блядь. И вот туда же. Еще один. Господи, сколько этого говна везде летает.
Кто тебя, блядь, отремонтировал, пиздюк? А где запчасти от этих больших дядек? Бля, как вы заебали, да сколько вас здесь нахуй наставили? Коллектив, как же. Блять. А большие дядьки-то где? Где большие дядьки? Я не понял, я же их здесь убил. О, а с больших дядек что, мне ничего не выпало? Понятно. То есть я замочил больших дядек. Ну, за сгущенку хотя бы спасибо. А кстати, а там сгущенки нету на кухне? Шурочка, а можно мне сегодня пюрешечку и котлетку по-киевски? О, и огурчик солененький. Один. Где мужики? Я же здесь замочил трех здоровых мужиков. Ладно, ребят, это русская игра, создана русскими для русских же. Забыли. И почему-то коробки, блядь, не ломаются нахуй. А они сейчас сломались. Коллектив, как же. Кто ругается? Вот дерьмо. А. Ты ругаешься, не ругайся. И я-то даже. Ладно, пойдемте. О, сгущенка. Мне обидно, то, что с трех мужиков здоровых мне ничего не дали. Дичь все это. Сеченов нормальный мужик. Но как он такое допустил? Еще, блядь, за лабораторией нахуй. Озверевшие мутанты и тысячи невинных жертв. Как ни крути, а виновато предприятие. Да тут и без Петрова проблем навалом. Какой к черту коллектив 2.0? Серьезно, надо довести дело до конца и уходить в отставку. Или может даже жениться? Не, нахуй, нахуй. Ваша негативная мозговая деятельность создает неприятные артефакты в моем коде. Не лезь мне в башку, раз говорил. Займись делом. Установи маркер, куда нам дальше пойти в лабиринт. Ай, ну и здесь опять замок, конечно. А мне здесь эти тоже, да, и где-то здесь же они. Так, подождите, сейчас мы определимся. Запускай. Ладно, давайте. Ладно. Как вы заебали? Ура, блядь, победа. Победитель. Кто у нас победитель, ребят? Я победитель. О, нормально.
нормально. Так, пойдемте. Я уже ни с кем не хочу ничего говорить, я хочу просто, ребят, пройти. Ну, а, не так. Не так, понятно. Да, блядь. Как нам тут это сделать? Подождите, я тупой. Подождите, нам надо что? Чтобы красное что было? Чтобы здесь желтый, наоборот, да, было нам надо? Нам надо вот так. Нам надо, чтобы здесь было желтое. Или красное. Не, нам надо, чтобы здесь было красное. Вот здесь почему-то проскальзывают. Вот мы поставили. Ой, эти блядские загадки. Ура! Открывайте, ебаную лабораторию. Сколько дверей, сколько замков, как это все какое-то бессмысленное. Все какие-то, блядь, непонятные какие-то лаборатории, какие-то... Все какие-то куча говна всякого. Какие-то горки, блядь. Уи-у, блядь. Долго мы идем с тобой в лабораторию, да? Это однотипное все такое, ужас. Чё там? Ой. Это не лаборатория, блядь, это целый город, нахуй. Ни хрена себе размерчик. Раз. Это вообще что? Здесь ведутся эксперименты по созданию нейрополимерных эндоскелетов различных животных, приспособленных к существованию собак в агрессивных условиях внешней среды различных планет Солнечной системы. Не знаю кто. Медведь. Нахуй вы это создаете? Нахуй вы вмешиваетесь в природу? Это биомасса. Олень. Кто-то еще. Какой-то червь, корова, кстати. Они даже корову создают. Селекцией надо заниматься, блядь, а не вашим дебилизмом. Кстати, я быстро идти не могу, ребят, это специальное замедление, то есть... Мы замедленно идем специально. Мы идем специально медленно. Так. Угу. У нас сгущенки что-то много. Давайте сгущенку переложим. Ой, так. Пиздец у меня. Что у меня на складе творится? Просто ужас, ребят. Сгущенки, кстати, до хера у нас. Сгущенки у нас до хрена. Сохранение данных.
Нашли и донесли, ребят, голову. Спустя сколько мы серий здесь? Две? Два часа где-то. Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. А ведь когда-то мы были не росли вода. Но Виктор сделал слишком много неправильных выборов. И какой итог? Благодаря гению Дмитрия Сергеевича все знания, полученные Петровым, останутся с нами. К концу процедуры ассимиляции мы сможем вернуть роботов в прежнее состояние. Не трогай его хотя бы после смерти, подлец! Граната! У нас опять какой-то прибадок, аж белые глаза, смотри-ка. Опять какие-то... Так, блин, мы вообще человек? У меня вот такой вопрос. Мне кажется, мы тоже какие-то искусственно созданные. Ну, как-то все очень странно. Устанавливаю соединение. Профессор сказал, что ты третьи сутки не спишь. Не хочу. Бутылку. Скажите еще водку со сладким. Вы же знаете, я этого не люблю. Мой мозг – моя крепость. Знаю. В детстве меня удивило, что брат боится спать в темноте. Мама оставляла ночник, брата это успокаивало. А мне мешало. Свет сковывал. По той же причине я не любил детские книги. В них были картинки цветные. Чё-то, блядь, цвета не любил. Именно. Книги из отцовской библиотеки выглядели интереснее. История, медицина, теоретическая физика. Наука не пытается представить мир ярче, изобилие. Не выдает ложь. Она просто излагает факты. Так я узнал, к чему мне готовятся. А еще я сделал одно открытие. Чудовище в темноте ведет себя естественно и подлежит изучению. Чудовище на свету носит маску, а потому непредсказуемо. То есть опасно. Очень опасно. Воля. Именно свет и делает нас чудовищами. Понял, о чем я? Более-менее. Я могу выключить свет. Да. Реконструирую освещение. Хуйня, блядь.
Галюньки долбаные. Мы опять коти, кстати. У нас с тобой опять волосатые лапки. Любимый где-то. У нас что, жена, что ли, была? Где ты? Он же говорил, что у него не было жены. Говорил, он вроде никогда не был женат. Я здесь кое... Активное движение. Что от меня хотят? Что от меня хотят? И что, только не говоришь, что мне надо вот так вот именно. Сука. Алло, цепляйся. А ты чё за тот цепляешься, за этим цепляешься? А, подожди-ка. Подожди, что делать? Сука. Блять, за тот цепляется. То есть здесь прямо именно, видимо, заход, да? Я просто не понимаю. Типа вот здесь вот типа заход, правильно? Так. И чё? Ну я думал, вон туда надо прыгать. Это логично было, да, что туда и типа вниз. Здесь же логично было бы. Я не понимаю, ребят. Блядь, дебил, бегаю. Думал, там что-то надо спуститься за этот вниз. Думал, там надо вниз пройти. А тут вот здесь просто проход вот выше. Господи, затупок. Затупок. Паркур какой-то у нас пошел. Проснись, любимый. Обязательно. Сука, не зацепился. Ладно. Да ты чё? Чё за херня-то, алё? В общем-то, его как-то сдувает. Твою мать! Что за... Храс? Где Лариса? Доктор Филатова скрылась еще до взрыва. Что там со Штоком произошло? Взрывом товарища Штокхаузена отбросило в ванну с полимером. К сожалению, он погиб. Вот же лицемерка. Я врач. Вот тебе и врач, и ти же пассатижи. С гранатой. Муж и жена одна сатана. Впрочем, Филатова и Петров не состоят в браке. Да какая разница? Куда идти-то? Надо найти выход. Ты вояка. Там нет ничего там ценного. Я думаю, там нет ничего ценного. Там, думаю, нет ничего ценного. Надо серию закончить. Майор Петри, ты жив? Нет, меня убило гранатой.
Мне очень жаль, что так случилось. Я не хотела всего этого, но сейчас все это вторично. А что же тогда первично, твою мать? Я покажу тебе все, нам надо встретиться. Ты должен увидеть это сам, своими глазами. Что все? Объяснять на словах бесполезно. Ты не поверишь. Ты слишком сильно веришь Сеченому, но он использует тебя в темную. Ты не представляешь, что происходит на самом деле. А вот это точно. Я уже ни хрена не понимаю. Ты поймешь, когда увидишь. У меня есть доказательства. Жду тебя в Академии последствий. Вход туда расположен на маяке. Не доверяй никому. Уже. На маяке. Понятно. Вот, ребят, уже в следующей серии пойдем на маяк. На маяк. 200 метров, кстати говоря, недалеко. Товарищ майор, я продолжаю настаивать на том, чтобы вы уничтожили бета-коннекторы. Да что ты прицепился к этим гребаным кольцам, Крас? Хватит называть их кольцами, майор. Научитесь уже, наконец, думать прежде, а не после. Это бета-коннекторы, посредством которых два робота-убийцы будут полностью выведены из-под чьего-либо контроля, за исключением своего кровожадного хозяина. А мало смертей? Какого еще нахрен кровожадного хозяина? Кольца у меня. Я не собираюсь надевать их ни на каких долбанных роботов. И долго они у вас пробудут? Как вы считаете, майор? Сколько пробудут, столько и пробудут. Время еще есть. Времени больше нет. Очнитесь. Процедура ассимиляции головы Петрова запущена. Вскоре Сеченов вернет роботов в стандартное состояние и вас отзовут. Как только вы прибудете к Сеченову, кольца у вас изымут. Да они, похоже, всем нужны. Зачем? Неужели все хотят себе личных роботов-убийц? А вы подумайте, майор, кто именно интересовался бета-коннекторами? Сеченов со своими стальными близняшками? Что, Хаузен, правая рука и подхалим Сеченова? Баба Зина, секретный двойной агент непонятной принадлежности? Или, может, вы хотите исполнить последнюю волю усопшего Петрова и отдать... Сейчас, подожди. Это мы где вообще? Госпиталь? Полигон 11, полигон... А, около полигона 12, тут маяк. Бета-коннекторы Филатовой. Тогда захватите для нее сразу ящик с гранатами, чтобы картина была полной. Да что происходит? Тут нормальные вообще есть? Как видите, кроме нас никого. Кому бы ни попали бета-коннекторы, дальнейшее развитие событий неизбежно приведет к новой крови и новым смертям. Кольца необходимо уничтожить. Пока еще не стало слишком поздно. Пока еще не стало, Храс. А мне что-то кажется, что здесь сейчас будет какой-то босс. Прям такое местечко. Кто это, кит? Прям, да, такое местечко, да, ребят? Ну, пойдемте. Ну да, прям место, ну прям видно, что подготовлено под босса какого. Нихуя себе. Эта штука убила кита. Ёбаный насос. Краса. Новейшая разработка в биомеханике. Ну, простым языком, это водонапорный насос. Я так и сказал. Дайте покушать. Подождите, мужчина. Блять, да включай ты нахуй. Подождите, на паузу ставим игру. Давай пей быстрее своего, блять, где ты нахуй. Да, блядь. Да давай бери, сука, в меню, блядь. Заходи, пидор, блядь. Я нажимаю в меню, блядь, а у него все эти команды, блядь, ебучие сбиваются. Блядь, да как вы стреляете-то, ёпту не мать. Корявая боевка, блядь. Бля, пиздец, он нахуй стреляет. Кит, я понимаю, как у нас здесь как убежище. Бля, стреляет прям все за спину. Молодец, красавчик. Хорошо стреляешь. Пиздец. Сбалансный босс.
Что это, блядь, за тентакли, блядь? Я не попадаю. Что ты, блядь, срёшь на меня? Ужас. Такие боссы у нас, блядь. Перезаряжайся, блядь. Знаешь, чем меня больше всего, блядь, бесит в этой ебучей игре? Он все время падает, блядь. От любого момента, нахуй, он падает. От любого момента он просто падает, ребят. Иди, в чем ты застрял-то, блядь? Он в тентаклях застрял, ребят. Я не знаю, в чем он застрял, наверное, в тентаклях. Все время падает, блядь. Типа, тебе надо было не валяшкой, блядь, назвать. Точнее, валяшкой. Блять, во всем застревает. Значит, в чем там застрял? Мячики какие-то, блять. Перезарядись. Как-то все убого, я не знаю, такая боевка, блять, убогая. Ничего, это наша первая игра, ребят. Следующие будут лучше. Я уверен, блядь. Следующие будут лучше, блядь. Ой, смех, да и только, блядь. Чё это такое, блядь? Это он мне открыл проход на маяк, ребят. Если кто-то не понял. Если кто-то из здесь присутствующих не понял, это он открыл проход на маяк. Что у нас там по этим? А здесь вообще какие-то ресурсы у нас были? Хрен-то там. Ну ладно, пойдемте. Опасная тварь. Думал, не справлюсь. И это еще не самый сильный робот. Настоящие боевые роботы гораздо смертоноснее. Вам это известно лучше меня. Здесь нет боевых роботов. Пока нет. Но с запуском коллектива они появятся везде. И на двух таких будут установлены бета-коннекторы. Вы хоть представляете, сколько крови прольется из-за чьих-нибудь личных амбиций? Да ты достал меня этими кольцами! Вам чего всем не имется-то, кукловоды чертовы? Все! Ты доволен? Это было правильное решение, товарищ майор. Не сомневаюсь, оно спасло много жизней. Быть может, даже больше, чем я себе представляю. Надеюсь. А нахуя вы это все создавали, блять? Ответьте мне. Советский Союз, блять, непобедимый. Нахуя вы это все создали? Боевых роботов, блять, вот эту всю хуйню. Нахуя вы тогда все создавали? Мы, говорит, создаем роботов для того, чтобы они помогали людям. При этом наштамповали, блять, миллиарды нахуй боевых роботов. Говорит, мы, чтобы помогали людям. Ага. Пиздобул, блять. Нахуй вы это все создавали тогда? Этот Храс, наверное, один из этих же ученых, которого тоже трахнули. Тоже, наверное, создавал, блядь, их. Нахуй вы это все создавали? Теперь жалуются, блядь, что что-то все не так пошло. Твою мать, неожиданно. Почему они замерли? Процедура извлечения кодов доступа из нейрополимерной памяти Петрова прошла успешно. Боевой режим отменен, роботы вернулись в стандартное состояние. Ты молодец, сынок. Не подвел. Все, кому удалось укрыться и выжить, обязаны тебе своим спасением. Я горжусь тобой. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Что теперь? Возвращайся на борт Челомея. Пройдешь медицинское обследование и отправишься в отпуск. А мне предстоит разгрести последствия всего этого. Вас понял, Дмитрий Сергеевич. Скоро буду. Вы ничего не сказали Сеченову о Филатовой? Все-таки собираетесь встретиться с ней? Хочу посмотреть на эти ее доказательства.
Академику Сеченову это не понравится. А ты ему не говори. Вон там где-то вход в 12-й этот, ребят. В 12-й этот полигон. Он говорит, отправишь на медицинское свидетельствование, а потом говорит в отпуск. Вероятнее всего, нас вырубят, нам промоют мозги, мы опять потеряем память. То есть нами пользуются как марионеткой. То есть мы либо сделаны искусственно, либо мы просто марионетка, которой пользуются. Ничего никакого отпуска он нас отправлять не будет, он нам просто нас выключит нахуй, очистит нам мозги, скажет, чтобы мы память потеряли, и будет опять нас использовать. Ну просто шестерка. В очередной раз. В очередной раз просто шестерка. Ну хорошо, маяк. И где ее искать? Лариса! Ларису Ивановну хочу. Где-то есть-то ебучие пироги. Вы доверяете доктору Филатовой? Я никому уже не доверяю. Но она хочет что-то важное сказать. А вот Дмитрий Сергеевич, напротив, темнит. Раньше товарищ Сеченов посвящал вас в свои планы? Давайте попиздим. Не особо. Нужды и в этот раз, может, нет. Но вся эта история с Петровым. Что-то пропал, а шеф даже ухом не повел. Кругом трупы. Почему запуск коллектива так важен, что его хотя бы из уважения к погибшим нельзя отложить или перенести? Нет таких данных, товарищ майор. Нет данных? Вот и у меня нет. За ними и идем. Все, попиздели. Все, серию заканчиваю, потому что все сечено, все вокруг, блядь, все делают вид, что создают какое-то идеальное общество, что все здесь будут жить мирно, дружно, все будут коллективно все решать, а на самом деле в итоге все равно то же самое. Власть, деньги и так далее. Все у одних людей желательно, чтобы было. Это все всегда как было. Увидимся с тобой уже в следующей серии, там продолжим. Всем до встречи, всем пока.